Oklik 707 G-Circus – укороченная игровая клавиатура с мембранными клавишами и дизайном механики. Клавиатура поставляется в коробке с фирменным оформлением, а в комплекте идет лишь краткое руководство пользователя. Посмотрим на клавиатуру поближе. Она имеет полностью пластиковую конструкцию и лишена цифрового блока, поэтому общие размеры совсем небольшие – 36 на 13 на 3,5 см, а вес меньше 400 грамм. Из-за компактных размеров классическая тройка светодиодных индикаторов расположена над стрелочными клавишами. Дизайн выдержан в стиле механической модели, но на самом деле тут используются классические мембранные клавиши с ресурсом в 10 мм. Нажатий. Всего 86 клавиш. Дополнительных клавиш нет, но на клавиши F1 и F12 заведены мультимедийные функции, для вызова которых нужно зажать клавишу FN. Клавиатура оснащена разноцветной многорежимной подсветкой. Для настройки используется специально выделенная клавиша, которая находится правее кнопки FN. Обратите внимание, что символы на клавишах непрозрачные и потому не подсвечиваются. Подсвечивается лишь пространство под клавишами. Ну и пара слов о кабеле. Он не имеет тканевой оплетки, а его длина составляет 1,5 метра. Этого должно хватить, даже если компьютер установлен под столом. Также обращаем внимание, что данная клавиатура не требует установки драйверов и готова к работе сразу после подключения USB кабеля. А теперь послушаем, как Oklik 707 G-Circus звучит при наборе текста.